И всем привет, с вами Павешка, и сегодня я опять записываю информативное видео. Оно будет довольно короткое, но я скажу все, что хочу сказать. Я, как всегда, буду говорить довольно размеренно и плавно, чтобы было понятно, что я говорю. И, во-первых, я хочу сказать спасибо вам за эти просмотры. Мне, ну, серьезно, очень приятно, что тут вот 63 просмотра, 26 просмотров, 82 просмотра. И это, учитывая то, что даже месяца не прошло, как они вышли. Это, конечно, очень мало просмотров, но мне довольно приятно. Во-вторых, я хочу сказать, что я, наверное, больше не буду записывать видео в последнее время, потому что у меня, ну, вы сами слышите, очень плохой микрофон. Я не хочу засорять YouTube плохими видео, нет, видео с плохим микрофоном. Сейчас я вам вот что покажу. Куда мне нужно зайти? Панель управления. А тут у меня написан общий ориентировочный доход. Я его получаю, да, и, ну, не знаю сколько, короче, я хочу с помощью этого ориентировочного дохода накопить себе на нормальный микрофон. У меня нету никаких кошельков, вы не сможете мне ничего присылать. И все я буду копить на микрофон. Следующее микрофоновое видео выйдет когда? Тогда, когда я куплю новый микрофон. Ну, или при монтаже мне понравится вот этот микрофон, и я что-нибудь придумаю. Это была плохая новость. А хорошая новость, что я все равно смогу выкладывать видео без звука. Такие как... О, без микрофона. Вот готовый доклад про аварию. Он как бы вообще без слов. Что у меня тут еще без слов? Я сейчас посмотрю. Вот, как проходит заход у игроков Вайзека. Там вообще нету слов. Вот монтажи будут такие выходить. Без моих слов. Они точно будут. Эпичность в говне. Это возможно. Ну, вы поняли, да? Будут выходить видео без слов. Да, без слов. Ну, или мультики. Короче, единственная плохая новость, что не будет летсплеев. Таких хотел заснять победу растения против зомби, потому что там нужен микрофон, а я буду без микрофона. Все, окончательная новость: видео будут без микрофона. Вот так.